Ну что, ребята, раз всех приветствую. Мы продолжаем проходить метро 2033 Редукс. Собственно, да? Прикольно, кстати, смотри, здесь был изначально или что? Изначально здесь был? Вот, прошлой серии мы с вами вроде, как я помню, дошли до полиса и... Ну, до такой станции, да, и пришли к мельнику, собственно. В этой серии, наверное, будем выполнять какие-то задания от мельника, да, и там в скором времени уже, наверное, будет даже финал. Вот, поэтому не видел предыдущей серии, ссылочка писали на плейлист, находится подсказочка справа вверху. Находится подсказки, там будет на подсказка на предыдущую серию и на плейлист, в принципе, тоже, да. Вот, поэтому, Саша, подобнее, давайте пойдем, когда это подпись. Хорошо, ты пытаешься мне продать, да, все что-то? Прям пить эту кушь, прям чипить как пить или пить воду при этом просмотре, Саш, поудобнее, обязательно, да, обязательно. Вот при этом просмотре, ребят, а мы, собственно, продолжаем проходить данные. О, привет! Так, мы с вами остановились где-то вроде здесь, да? Ну, бля, мужик, одевай еще. Че, сколько у нас там? Ой, на 5, ну, блядь, а че так мало-то? 5 фильтров, грубо говоря, все. Так, ну нам, так понимаю, наверх, да, идти? Погнали, чё, блядь. Чё у нас по оружиям? Так, здесь, так. Бля, вот эти твари мне, конечно, ну, не нравятся вообще, если честно. Ох. Так, здесь у нас аптечки, а здесь... О, у нас на 3 минуты есть, грубо говоря, да? Приснилось, ребят. Так, что у нас по фонарю? Давай все зарядим сразу. Бля, что-то я говорю, как будто все, знаете, сюда давно не заходил. А на самом деле я не заходил сюда вообще прям вот, ну, чуть-чуть. Я прям недавно здесь только играл. Снимал для вас серии как раз, да? Вот. Опа, аптечечку заберем. Новый этот отдельно. Фильтерс. Так, ну я понимаю, что там дальше идти. Только куда? Бля, смотри. Бля, здесь вот эти твари летают. О, ёпта. Прикольная тема, ну ладно. Мандрабажи точно отдали. Ну давай-то с этой хуйней походим. А почему у нас тут эта хуйня? А точно, мы же нам ждал и этот. Да, надеюсь, ко мне никто не будет там, ну, лезть, там, че не лезть. Блять, слежу. А что нам нужно сделать с тобой? Встретиться с мельником возле здания библиотеки. Путь в Д6 найти военный комплекс Д6. Давай, блять. Вот, ребят, держите. Бля, в поле сидите, мы местами где-то, видите, не нашли. Да, где-то мы пропустили с вами заметочки. Ну ладно. Держите, ребят, кому интересно, почитайте. Вот. Такие я небольшие не читаю, потому что, ну, лично взять. Бать, ты что, мразь, блядь? Ладно, поехали.
О, блядь. Поехали, ёпта. Полная хуйня вот это ваша, блядь. Блядь, дай пройти-то нахуй. Полная хуйня, если честно, блядь. В чем прикол-то эта тема, я хуй его знаю, честно. Ну вообще похуй было на это, как будто бы. Ой, бля, ну поехали, чё. И в пизду, блядь. Ой, ну сюда, наверное, не спускаться лучше, да? А ну поехали. Сука, иди в пизду. Ой, блядь, смотри. Обоеб, что ты сделал? Ну шо, 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 шо ты, блядь? Куда ты там? Давай, давай, ну зайди, блядь. Ну давай, 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 мальчик. Зайди, ёбаный, блядь. Какие-то крысы, да, здоровые, бать. Так, ладно, давай пока. Да, и патронов тоже не так много, слушайте. Это у нас уже треснутое, охуенно. Нормально, нормально, еще хватает. Опа. Опа, на. Папочки такой надо. Что взяли здесь? Еще один автобус. Здесь что такого даже и нету. Что за хуйня? Что это за хуйня вообще, блядь? А что это такое? Что здесь машина, блядь? Поехали. Ой, блядь. Смотри, пососал ты хуй, да? Ух ты, нихуя, нормально так. Не попадаю по нему из этой хуйни. Ну похуй на это сейчас. Давай, блядь. Блядь. Пусти меня, тварь. Пусти, блядь. Блядь, такой ты хуесос.
Прям начало меня, смотри, откинул. Чем хуй пойми, где мы теперь. Ну да, прям с самого начала откинул. Спасибо, Паш. Ебать, ты кто, блядь? Мальчик, ты чё, блядь, пугаешь меня-то? Ну тебе не надо. Побежали, хуя. Так, минус. Ну, я, ребят, что это за хуйня, блядь? Ну, она как будто вообще бесполезна, блядь. Третье оружие у нас, которое есть. Как будто вообще бесполезно. Хуй, не туда. Ой, блядь, ты чё, мразь, блядь? Сучка ёбаная, блядь. Пока потихо, хули. Давай, хуйня, бля, ебаная. Я тебя разъебу. Бан. Попал. Нет. Иди сюда. Блядь, серьезно, нахуй, алло, блядь. О, оно полетело, блядь. Хуёвина, ой, бля. Да, ребят, вы серьезно сейчас? Бля, я сейчас патрон оставлю свой в курсе. Бля! Надо было дробовик оставлять, если ты хуйня не стреляется, я понял. Че он не работает, блядь? Бред ебаный какой-то, ну ладно. Ну, твари ебаные, идите нахуй. Надо сюда убираться 100%. Куда мне, бля, идти теперь? Я-то хуй его знает, куда мне идти.
Да, ребята, вот здесь слишком дохуя. О, блядь. Сейчас будет настоящий. Ой, блядь, ты что меня испугал? Конченый. Бля, ребята, идите нахуй. Блядь, мне пизда. Давай, 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 мужик, сможешь? Ну ты пиздец, беги нахуй. Кличек ноль, ребят. Что здесь, блядь? Помоги! Пошли нахуй. Бля, мне жить патрон закончить. Мужик, помогай. Патронов ноль у меня. Бля! Бля, мужик! У меня вообще нет ничего, блядь. Круг, быстро! Бля, какой круг-то, блядь? Где мне аптечку взять? Ты, блядь. У меня вообще ничего нету, блядь. А во. Держать круг! Хоть похорошело чуть-чуть. А почему эта хуйня не стреляет-то, блядь? Бля, пиздец, как я это выдержал вообще хуйня. Просто от них бегал, все. О, блядь! Бля, мужик, спаси! У меня нет вообще нихуя, блядь, ни патрон, ничего, блядь. Этот хуя не хочет стрелять, блядь! А в чем ее прикол, блядь, вот этой хуйни? Ну, есть патроны? Есть хоть что-то? Мужики, блядь. Наконец-то. Вот ты где. На эту хуйню продам. Там не нужно. Помнишь, что надо делать? Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под главным залом. Ладно, хватит морозить себе пушки. Пойдем внутрь. Было бы сейчас неплохо. Подожди-ка, иди-ка ты нахуй. Сначала найду себе что-нибудь. Сюда не могу пробраться. Подожди, блядь. Сейчас я лут здесь найду себе, блядь. Видишь, вообще без всего хожу. За мной, ребята. Патрончики, да, хотя бы здесь, я не знаю. Казалось. Ща, мужик, подожди, блять. У меня аптек ничего, блять. Вообще нихуя нет, прикинь. Вообще ноль, блять. Понадо что внутрь, блять. Вообще ничего. Блять, эту тему надо продать, а не хуйня. Видишь, она не хочет стрелять. Почему так? Это вытирать. Чего тебе надо, блять? Мое имя тут знает, прикинь. С нихуя. О, патрончики сюда хотя бы, блять. Поехали. Хоть что-то, блять. Пиздец, как вообще? Ты
Так, вроде все тихо. Демоны! Артём, Данила, скорее сюда, забаррикадируем дверь. Иду, иду! Давайте, дверь! Смотри, какие тут твари, блядь. Ты, блядь, иди нахуй. Ай, блядь. Веном. Здесь явно есть лут. Ну, они будут держать столько, сколько нужно. Держите, ребят. Подожди, а как я должен открыть тебя? Как я открою там, блядь? Вот как? А, вот сюда, может, что-то нужно положить. Я понял. Ну ты тварь ебаная, блядь. Ну теперь у папочки есть все нахуй. Аптека, конечно, нихуя, но... Что сейчас было?
Для чего мы сюда спустились? Подожди, для чего мы сюда спустились-то? Мне откройте, блядь. Мне открой ты, блядь. Никуда не уходи, стой тут. На обратном пути мы тебя заберем. Шутка. Охуенно, шутка у тебя, блядь. О, как хуйня с потолка висит, ты мне говоришь оттуда остаться. Всем ебнулся, что ли? Еще чуть-чуть, и они бы нас в клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артём. Мужики, ну здесь какая-то хуйня, честным словом, сказать так. Ну так, вам на всякий случай, говорю, здесь какая-то залупа. Так, мне в первую очередь нужны, блядь, 100%, блядь, хилки. Блядь, ни одной хилки, ёбаный того тулюсю. Ребят, есть у вас хоть что-то? Есть нихуя, мужик. Артём, проверь кабинеты слева. Возможно, сумеешь открыть двери с другой стороны. У тебя неплохо получается. Ну туда какая-то тварь забралась, я видел это. Мужик. Что это, блядь? Не, бессмысленная хуйня. Тут мне попиче нравится. Все патроны уже использовал, ну ладно. О, блядь. А, все, у меня больше фильтра даже нет, прикинь. Это полная хуйня. У меня сейчас здесь пиздец будет, вы знаете? Вы знали, ребят, у меня сейчас здесь полная пизда. Ну, скорее всего. Не, не открывается. Значит, здесь нам что-то нужно найти с вами. Все, 2 минутки еще есть у нас с тобой. Здесь нет нихуя, если честно. Ну что мне нужно сделать, я просто не пойму это. Я вообще тут полчаса еще, ребят, стоял, сказать, если бы не увидел что-то вверху, вон, то он, видите, летающий хуйня. Бля, мужик, есть аптечка, дайте, пожалуйста, ебаный урод, бля.
Говорите, ни соли, ни масла, да, блять? Да это закончится. Когда-нибудь или нет? У меня больше нету, да, ребят. Боже. Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Библиотека. Артём, слушай внимательно. Библиотекари — одни из самых опасных сознаний. Блядь! Мужики, сорян, но я буду посмотрю, что тут есть. Какой-то лут, блядь. Он все еще жив. Блядь, ничего. Скажешь, бля, пошли быстрее, мужик. Дайте фильтр хоть один мне, ёбаный бля. Пожалуйста, ребят. Давай, речь, ребят. Мужики, давайте речь, блядь. У меня нахуй на часах, нахуй, минуты 14, все, блядь. Давай хоть сзади поищем, может что-то сзади есть, может что-то я не... Здесь нихуяшеньки нет, а вот что-то лежит, я вижу. Мужик, у тебя есть? Как хорошо, блядь, все, блядь. Что-то здесь оказался. Я прям в нулину, ребят, буду их. Прям в нулину буду их тратить. Я спокоен, ребята, ну вообще трэш. Бля, у меня ни хпшки, ни хуя вообще нету. Он все еще жив. Артём, я должен отнести его в полис. Прости, но карту придется искать самому. Вот схема помещений. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь. Мало времени остается. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только смогу. Окей. Здесь нихуя нет, ребята, если что. Потом ебашим с вами. Опа. Так, фильтр у нас еще появился, да? Да, еще один появился у нас с вами фильтр. Вот там навряд ли что-то есть где-то. Не, можем рискнуть пробежаться, в принципе. Вот так вот быстренько, то есть. Не, что, есть, все, фильтры у нас есть с вами, это уже хорошо. Меня это уже радует, знаете, что фильтры хотя бы есть у нас с вами. Ну и то у нас, на сколько он? Ну, на 2 минуты, ладно, хватит нам. В принципе-то нам хватит, хватит. Так.
Так, надо еще искать челиков. А, блядь, тут тварюга ебаная. Ну, хпшки у меня как не было, так и нету, блядь. К сожалению. Пиздец, как нахуй так-то? А, всё, блядь, испугался аж. Наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Сейчас будет босс, которому вообще не готово, ребят. Босс, к которому я вообще, блядь, не готов. Вообще никак. Бля, мужики, дайте хоть что-то. Дай хоть какой-то лут. Игра, блядь. Заебись, фильтр есть. Уже хорошо. Уже заебись. Сосёшь нахуй. О, как хорошо, блядь. Как хорошо, сколько там? А, у меня забаговалось, что ли? Показывает, 10 просто мергает все. Где он, блядь. Здесь, да, как будто бегает. Он там наверху бегает. Что я понял. Вон, видите, ходит.
Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. Босс так босс. Реально босс. А где, блядь? Что за наебалово? Подожди, я не понял. А вот здесь. Все, я понял, окей. Окей, я понял, как с ним, что делать. В принципе-то я понял. Как, что делать с ним и тому подобное. Бля, я сюда не смогу, да, забраться, наверное, потом. Иди сюда, ты мразота ебаная. Больше с собой ждать, проверим, ладно. Не, я сюда больше не заберусь, ребят. Куда-куда, сюда я больше не заберусь. Чё? Ух ты, нихуя себе, блядь. А чё ты такой быстрый-то, мальчик? Давай, давай, давай. Поиграем с тобой потом, блядь. Опа, нахуй. Получил? Получил, блядь? Нехуй на меня лезть, блядь. Ну, кстати, босс довольно тяжеленький. Я думаю, на максимальном он прям был бы жестким, наверное. На максимальном уровне сложности был бы, наверное, жестким. Сделаем так, для превьюшечки, скажем так. Так, ну хорошо, это его мы победили, хорошо, это, блядь. Он довольно-таки легенький, кстати. Я сначала, я просто думал, что этот босс прям вообще да, жесткий, нахуй. Но нет. Босс довольно-таки легенький был, этот. Ну, я говорю, я не на максимальном сложности прохожу. Не, сюда больше никак не заберусь. Значит, мне сюда и не надо. Мне надо вот сюда, да, получается? А как мне туда забраться? Вот вопрос, да? А вот. Еще один такой же. Ну давай. О, видите, пизда ему. Еще один здесь. Здесь пока двое, ребят. 59 секунд осталось. Если что так-то. Ну, я просто себе напоминаю, да? Так, нашел. 2 минуты. Бля, вот фильтр это вообще жесть. Аптечки и фильтр это вот прям очень нужная у меня тема. А, он там наверху, скорее всего, еще есть. Я почему-то в этом прям очень сильно уверен. Ну вот мразота лежат. Охуенно. Спасибо, блять. Взял меня, просто закрыл. Манул ты, что ли, блять? Сейчас, мужик, мы до тебя доберемся, не переживай за это. Так, что у нас здесь? Держите, ребят, кому нужно. Прочитайте. Это прям жесть, жесть. Так, ну давайте вот до нуля прям добьем, если что так-то. У нас там, грубо говоря, на 2 минуты есть. Ладно, давайте сразу поменяю. Почти 3 минуты есть у нас сами. Что так-то?
Добрый вечер. Все, вот так, ребят, решается вопрос здесь. Вот так вот. Понимаете? То есть две гранаты, один раз с дробовичка и все. Я просто, я говорю, первый раз, когда я просто видел, я думал, бля, сейчас жесткий босс, бля, надо понять, как он работает и тому подобное. То есть, поэтому я не с первого раза его прошел, грубо говоря. Патрончики, прикинь. Пошли, ладно, потихой. Я просто, ребят, ищу этот лут еще, понимаете? Потому что здесь, ну... Грубо говоря, без лута никуда. Только не говори, что он здесь еще сейчас будет. Думаю, что это будет прям, ну... Ну, не очень, если честно. Так, фильтры мы нашли с тобой. Патрончики все. Нашли, то есть, грубо говоря, у нас пока, ну, все хорошо уже. Это, блядь, слава богу. Да отъебись ты от меня! Ого, чисто... Чистюля, блядь. Ну чё ты, мразь, сейчас я тебя... Чё у нас там? Иди сюда, ты, блядь. Взял, убежал, прикинь. Всё хорошо у тебя. Сюда, нахуй, мразота ебаная. Но уже ему, видите, снес хп какое-то. Какой-никакой, но снес хп. Ну, где-то, подожди. Подожди, блядь. Ну и где-то. А, он где угодно может, да, быть. Но здесь пиздец, ребят. Иди сюда, блядь, ты нахуй. Мразота ебаная! Блять, ладно, это я чуть-чуть неправильно сделал. Хорошо. И отсюда, блять. Поехали, сразу кидаем, сходу. Ну, у, блять, еще нахуй. Блять, тебе похуй? Чел, тебе похуй, что ли, блять? Серьезно, блять? Тебе похую? Бля, ему похуй, ребят. Ему похуй. А что это такое вообще? Почему похуй? Кого, блять? Пошел. Чё, блядь? Пососал хуя. А как мне его доджить тогда? Наконец-то, блять. Просто трэш, ребят. Просто трэш. Надо было чуть потяжелее, как будто бы, да? То есть, видите, он... Блядь, дробаша, сколько нужно дробаша давать? Это же вообще охуеть, блять, можно. Не, ну серьезно, то есть.
Знаешь, прям вообще... Блядь, этот... Хуй летает, орёт. Все орут, блядь, что-то делают, блядь, непонятно. Только не видите, что здесь еще один, блядь. Такой внезапный будет сейчас. Прикольчик. Ладно, погнали дальше. Но я уверен, что здесь еще один, скорее всего. Я, блядь, в этом почему-то, блядь, прямо уверен. Я почему-то в этом уверен, что здесь еще один. Прям вот, блядь. Что, можно пройти же, блядь? Чего нахуй? Да, здесь, скорее всего, еще один сейчас будет. Ну, мне что-то подсказывает, нравится, да? Как я сюда должен пройти, блядь? Никак то не пройдет. Как это должен пройти-то, блядь? А, во. Здесь, прикинь. Какие прикольчики. Ой, бля, вас двое, вы что, бля, прикалываетесь, ребята? Опа, пососал. Вот здесь может пройти. Погнали. Сосал. Просто фильтр надо поменять. Их двое, блядь, прикинь. Ну вот это, кстати, ничего такое. Чисто на скриншот. Там двое, блядь. Вы чё, разработчики, ну. Все хорошо у вас? Или как? Ну я его видел, по крайней мере, то есть. Может, он дальше типа будет вот здесь где-то. Не, сюда не валик. Бля, на самом деле не так много времени, чтобы просто. Бля, вот здесь сейчас еще один будет. Вообще пиздец. У меня еще две флешечки есть. Ну где эта мразь? Шу. Фильтров нет, ёбан. Нашел, все. Блять, а это что? Ну ладно. Ок. Куда нам дальше-то? Подожди. Фильтр нашел, но он... Да ты ебейся. Меж собой ебашится, прикинь, блядь. Нет, ебейся, да нахуй. Бля, ебать, смотри, здесь монстров этих. Бля, трэш ебаный. Да, фильтров мне больше не дали, да? Пососешь ты бибу. Пососешь ты бибу. Держи. Давайте мы на этом закончим. Все, за просмотр, такая серия была. Блять. Какие-то монстры, блять, библиотекари нахуй ебанешься. Библиотекари, прикинь. Ебать. Ну, типа как этот, блять. Как нахуй, нет, не шимпанзе, а как горилла, ебать, грубо говоря, да.
Бля, жестко. Спасибо за просмотр. Такая серия была. В принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.